Ну, сколько мне еще ждать? Что умеешь? Проваливай, покуда ноги цепят. И яйца. Ну-ка, братва, за работу! Кучи его, ребят! Ну, сколько мне еще ждать? Можно сдаться. Не давай ему продохнуть. Скоро с тебя спустим. Колдуй! Этот ублюдок колдует! Ах ты, верьёбай! По зенкам его, сукина сына! Такой герой, да? Ну, сколько мне еще ждать? Иди, иди сюда. Не давайте ему продохнуть! А ежели кто не помнит прежних уговоров, пусть сожрет его змея лесная, дракон ужасный о 7 головах и 10 рогах. Если у меня сын
родиться. Назову Геральтом. Ну чего? Покажи. Иди к дяде! И хорошо. Вперед, плотва! О, ну и вонь! Ну, пиздец тебе! Что? Не давайте ему продохнуть! О!
Пошла. Госпожа, коровенка, значит, с гумна уже не встает. Из ноздрей гной так и льется. Я тебе что, пастушка? Вы, госпожа, во всем понимаете. Одна корова в деревне осталась. Остальные с голоду околели. Или их солдаты забрали. А без этой и мы передохнем. Я дам тебе трав. Полночь зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову. Но сперва вычисти хлев. Да как следует, ясно? Спасибо тебе, госпожа. 100 раз спасибо. А теперь довольно. Хватит на сегодня, идите по домам. Госпожа сегодня не милостивая. Лучше б завтра зайти. Не судачьте про нее. Она же наказать может. Вот разъярилась, сука такая. Мужика ей надобно. Но,